Вау! Ты его сможешь поднять? Да. Это самое гигантское яйцо. Какое оно грандиозное. А таких я мечтала. Мальчики, повторяйте с нами. Гарри, вот и мы с Гарри поедем там, где там. Берем победы с кассетом, победим, сейчас вас удивим. Гарри! Маша, спасибо огромное! Пожалуйста! Ну! Друзья, мы на канале про Супер Машу! И сегодня нашего Вспыша ждут грандиозные сюрпризы! Привет, ребята! Сейчас мы их будем смотреть и распаковывать огромное, большое, самое гигантское яйцо в мире, которое я вообще видел. Это будет что-то невероятное. Итак, Вспыш, ты готов их увидеть? Да, я готов увидеть. Итак, начнем. Ого, ребята, смотрите, какой невероятных размеров. Ты его сможешь поднять? Да. Вот, такая тяжелища. Вау. Это самое гигантское яйцо, которое можно придумать. Яйцо с сюрпризами. Какое оно грандиозное. Маша, спасибо огромное. Пожалуйста! Я ж даже о таких мечтала. Вообще, тут Вспыш и Эйджи. И вообще, тут тоже написано. Вспыш по-английски это Блейз. А это Эйджи. Он управляет Вспышем. Ну что, приступим? Будем открывать это яйцо? Да, давайте приступать. Ну давайте. С другой стороны есть такая штучка. Что же будет в нашем гигантском яйце? Итак, какой первый сюрприз? Рык! Это так... трансформер Рык. Да, мы его сейчас распакуем. Итак, делаем ножничками вот здесь вот чик. Здесь закрыто. Так, и с этой стороны тоже. Если надо, я тебе помогу, Маш. Помоги. Рык там спрятался. Поднимаем коробочку с рыком. Ух ты шка. Ага, он здесь прикручен. Так, рык у нас прикручен с этой стороны проволочкой. Есть, готов. Надо эти проволоки вытащить. Вот он наш рык. Наконец-то я его увидела. Ура! Вот какой рык, ребята. Рык, он может лазить по деревьям, потому что у него тут выдвигаются шипы. Но у нашего рыка нет. Но все равно он лазит по деревьям. Он же тигр. Да, посмотрите, какой у него окрас. И сзади какая у него антенка, как хвостик. И он тоже трансформер. У него во все стороны могут двигаться, поворачиваться колесики. Выдвигается тоже, как у Вспыша. Оп. Только у этого туго. Еще можно вот так. Раз, два, раз, два, раз. Видишь, как шарнир во все стороны двигается? Угу. Да. Это же... Тоже можно сделать ниже, выше, да? Да. Вообще. Крутяк. Можно сделать вот так. Раз. Два. Еще раз. Три. Четыре. И будет ходить, да? Можно чуть в сторону вот расставить. О, смотри, а так он будет отжиматься. Смотрите, тигр делает зарядку. Вот он ножки расставил. Вот так. Вот так будет он подниматься. Отжимается. Опускается. Отжимается. Так ни одна машинка не умеет делать, смотрите. Да. Ух ты, смотри. И может вот так вот крутиться. Это крутяк. Он тигр. И поэтому он такой крутой. Это тоже чудо машинки. Ну что, давай приступать к распаковке следующего сюрприза. Давай! Это Старла. Вот, Старла.
Она ковбой. Ух ты, сейчас посмотрим на Старлу. Ну что? Под Старла она ковбой. Какая шляпа. Машинка со шляпой. Да. Давайте ее откроем. Да. Ковбой она. Она у нас... Чик. Чик. Здесь точно так же проволочки. Сейчас мы их снимем, чтобы они нам не мешали. Распаковали Старлу. Да, она ковбойка. Посмотрите, какая милая машинка со шляпой. Да, она девочка. А это мальчики. Привет, Старла. Присоединяешься к нам? Да, я присоединяюсь. Я буду теперь играться с вами, мои дорогие трансформеры. У меня тоже все двигается и все поворачивается. И колеса, и шарниры, и выдвигаются здесь, и задвигаются. Оп, но они еще не разработались, поэтому они немножко жестко выдвигаются, да? Ну да. У Маши вспыш уже разработанный. Пиу, и вот так лег. И разложился, и сложился. Стала она крутая вообще. Да, ребята. Маша, спасибо тебе за комплимент. Мне очень приятно было слышать. Пожалуйста. Ты будешь... О, видите, у нее сбоку такая вот веревочка висит. Вот это твой знак ковбойки. Вот такая вот веревочка, она ловит лошадок. Она же ковбой, да, Машинь? Да. Машуль? Она вот так может делать и вот так. Опа! И поймали лошадку. Да. И вот так ее тащить, 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 тащить. И еще я пикап. Видите, у меня тут есть такой багажник, куда можно складывать грузы. Кстати, вспыш тоже пикап. Тут тоже можно вывозить тут всякие. Вот тут такая вот защита мощная с фонарями. Вот посмотрите. Защита, антикрыло. И сзади еще такие мощные ракеты стоят. Выхлопные трубы, чтобы кричать «Гони!». Повторяйте с нами. «Гони!». Вот и мы с «Гони» поедем. Тебя победим с «Косметом». Победим сейчас, вас удивим. «Гони!». Повторяй с нами. «Гони!». Гони! Дай-ка скорости! Гони! Кличет или взлит, скажи, нажми и пиши, гони! Супер! Итак, можем приступить к распаковке следующего сюрприза. Ну что, продолжим? Вон наше гигантское огромное яйцо. Что же оттуда попадется это дальше? Это смельчак! Он любит делать разные петли. Ух ты! Какой классный! Но всегда он падает на пол, и у него голова там кружится. Делаем вот так вот чик. И с этой стороны сделаем чик. Теперь будет у Вспыша много друзей. О, смельчак. Его зовут Смельчак. Давайте посмотрим на него, какой же он. Это тоже пикап, тоже монстр трак в таком супер шлеме. Нет, он не пикап. Это просто такой... У него такой супер типа плащ, да, накидка. Это... Закрывает кузов. Это антикрыло такое, постоянно идет от этого. От его шлема. Посмотрите, как он сделан. Вот это вот у него шлем. И вот такая вот накидочка. Ребята, я очень быстрый. Я смельчак. А, кстати, ребята, я же тоже трансформер. У меня тоже шарниры. Он говорит вот так, когда он едет очень быстро. Я смельчак. Я смельчак. И у меня вот такие вот крылья. Жунь-жунь, полетели. Кстати, приземлялись. Старло всем нравится. Ну что, начнем дальше? Давайте. Кто на этот раз, Маша? Вот, это Зэд. А ну, покажи всем поближе его. Это машинка динозавр. Давайте. Откроем его. Ребята, у вас тут новый друг. Вот Зэк. Не может даже пошевелиться. Давайте его скорее откроем. А то же ему там нечем дышать. Есть. С этой стороны. Тяжело, кстати. Ну что? Открываем. Открываем. А здесь? Тоже там. Где? Видите, дойка. Опа, подняли. Тут у него как гараж такой. Получается. Все, получилось. Смотрите,
он там зеленый, а его колеса это голубые, вот покрышки. Ух ты, девочка, бирюзовые. Бирюзовые, да? Да, моего любимого цвета, как мое платье. И как огромное яйцо, только оно темнеет, у меня светлее создает. О, вот это я знаю для чего. Вот сюда может нацепляться. Вот, посмотрите, тут есть у Зега вот такая вот пимпочка. Да. Так, давайте со всех сторон посмотрим, какой у нас Зег. Да. Он вот может, такой. Он может играть мячом. Он может играть мячом. Тут такая есть штучка, он цепляет и вот так. Они игрались вот так. Мячами. Точно. Они так скалывались. Это штука для игры с мячом. Зех, по-моему, самый серьезный, да? Машинка динозавр. Это у нее рог. Это такой специальный защитный у нее капюшон. И вот такой хвост динозавра. Да, чтобы по хвосту не попало. А то иначе как он будет убивать камни своим хвостом, да? Да, а вот эти выхлопные трубы, как у очень здорового и мощного грузовика. Ну, долго все равно он не может. Ну что, приступим дальше? Опа, вот это вот монстр, вот так. Это крушина. Ой-ой-ой, кто же там? Самый злюка-бобер? Да, это крушила. Давайте его откроем. Он все крушит. Сейчас берем ножницы и, Маш, ты сама, только осторожно. С этой стороны готово. Ну ты прям мастер, Маш. Ну да. Опа. Сейчас крушила. Мы тебя откроем. Опа. Вот крушила. Он все крушит. У него из этой баночки, когда она свелкает, то тогда лаз, оно поднимается, и он говорит, что это ананасная пушка. И там оно вот так забивается само, и вот так и стоит, и вот так. Класс, сейчас. Жаль, что у этого по-настоящему так не делается. Ну, ничего страшного, зато в мультике делается, можно посмотреть мультик. А видите, он тут улыбается, он такой... В мультике злой, а на деле он тут такой даже с улыбкой добренький. Видите, я большой грузовик, крушила. Вот такой я со всех сторон. Крушила, ты нас не победишь. А посмотрите, у него тут пимпочка есть, его можно использовать как трейлер. То есть большие прицепы, на него можно прицепить и тащить. Тягач крушила. У него эта пимпочка для лакетки. Это так в волейбол они играют. То есть там у него одевается так сюда. И потом можно вот так бить мяч. Это они играли в волейбол. У динозавра есть такая пимпочка. У этого есть вот эта антенка сюда. У рыка есть такая пимпочка. Вот она. А тут у них она задвигается и выдвигается. И у этой задвигается и выдвигается. И у этого задвигается и выдвигается. Ребята, когда мы распакуем все, то тогда мы можем вам показать одну серию по вспышек. Там у нас, наверное, кто-то последний, такой маленький помощник крушилы. Можем приступить. Ну-ка. Это огурчик. Он помощник крушилы. Но он говорит, что не надо крушилы этого делать. Он все равно так и делает. Он его поучает быть добрым, да? Да, поэтому с ним дружит. Вот он огурчик. Сейчас мы его откроем. Только осторожно и аккуратно. Огурчик. Потому что он зелененький и похож на огурчик. Да, это штучки похожи. Смотрите, какое у него лицо. Смотрите, какие глаза. Как-то, по-моему, видел, что неожиданно. Удивленные. Глаза такой удивленности, неожиданности, да? Вот, это точно. Вот она мордашка у него такая. Очень здорово. Привет, ребята, я огурчик. Привет. Мне тоже выдвигается лаз. Два и три. Ой. Ой, крушила, иди сюда. Крушила, иди сюда. Огурчик. Не стоило было так кричать.
Вот он, наш огурчик такой милый, классный. Они дружат с ним. Два брата-акробата. Видите, а огурчик у нас легковая машинка. Видите, как такой хэтчбек. Трехдверная машинка. Багажник и две двери. Цвет у него отличный. Такой зеленый, такой мой классный. Любимый. Обалдеть. Мой любимый. Цветик, цветик, цветик. Если вам понравилось это видео и такие машинки, ставь лайк. Подписывайся на канал. Посылки наши. Пока-пока. Пока! Вот они какие машинки. Я огурчик. Я крушила. Я смельчак. Я Зэль. Я Брик. Я Зэль опять. Я встала. А я вспышчина машинка. Вспыш. И все-все его друзья. Старла, Зэг, Рык, Смельчак, Крушила и Огурчик. Здорово, ребята, теперь у меня есть друзья, и я буду с ними играть и дружить. Какой сегодня был классный день. Еху, гони. Дай пять. Давай. Опа. Папа! Буду тебя лимить целый день играть. А пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока-пока. А сейчас я вам спою песню, которую знает Вспыш. Он мне сказал ее. Вот и мы скорее поедем достигать. Вперед победить, скоро света победим. Сейчас вас удивим. Гони! Полетайте с нами, гони! Гони! Лечит или воздать, ли ты на газ?